Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем ностальгировать и проходить цивилизацию пятую за Россию, за Екатерину. В этой серии нам надо основать второй город. И я думаю, вот здесь надо поставить еще один лагерь. Он называется, да, здесь? Так, купить клетку. А если нам купить клетку, вот эту вот? 195, ну блин, а это дорого, капец. Но у нее доход 3 золотых. Может быть, это и неплохое вложение, либо подождать. Не, давайте, наверное, подождем. Пока что, я думаю. Лучше, чтобы клетка к нам присоединилась сама. Город основать где-то вот здесь, да, по-моему? Да, вот здесь вот я хотел. Тут у нас лошади сразу же будут и золото. Что довольно-таки хорошо скажется на нашей... Ну, на нашем производстве денег, естественно. Так, лагерь. А, тут же дороги надо строить еще. Вот что я вспомнил, блин. Там дороги у нас прокладываются в шестой, а в пятой их надо строить вручную. Оу, фак. Это не есть хорошо. Вали отсюда. Мы вас не ждали. Так, давай вот сюда. А ты сюда. Вот в этом и вся цивилизация. То, что может случиться хоть что. Ничто не предвещало беды. А они взяли и пришли. Ну, я имею в виду варваров. Не достроили, да? Так, давайте вот сюда, ребятки. Продолжайте строить, вы продолжаете лечиться. По-хорошему, нам надо строить амбар и этими же рабочими вот здесь вырубить лес. А на этом месте, ну, в принципе, у нас лес тоже будет для начала хорошего развития. Так, отлично, эти готовы. Вы можете соединяться с юнитами? Разведка? Нет. А вы? Переместиться, ничего не делать, активировать? Нет, не можете, понятно. Как-то же их можно было, по-моему, объединять. Не знаю как. Отдыхай пока. И, кстати, клетка у нас что это дает? Пока она ничего не дает. Как посмотреть, как посмотреть? Еще бы вспомнить. Город, вера, дворец можно построить, да? Ну, дворец нам пока рано строить. А как по пище тут распределять? Вот этого я не помню.
Ну ладно, будем потихоньку разбираться, вспоминать все. У них тут, наверное, где-то есть еще один город, поселение, я имею в виду варваров. Давай сюда. Ты сюда. Войны создаются, это хорошо. Главное, чтобы никто не напал. Так, отлично, у нас появилось алмазы. И мы почти дошли до золота. Также нам надо будет одного рабочего выделить, чтобы он мониторил постройку дороги до Санкт-Петербурга. Я думаю, сейчас у нас будет Санкт-Петербург. Так, основим город. Отлично. Тут мы сразу же ставим что? По-хорошему. Рабочие. По-хорошему амбар. Давайте амбар. Так, этот. Через 6 ходов. Ну давай, пойдем вперед. Ладно, будем рисковать. Невозможно не заметить, что вы захватываете земли, которые мы считали своими. Я прошу вас изменить вашу политику. Ну ладно, мы не будем селиться. Пока что давайте скажем, что мы хорошие и все такое. Но я даже не вижу, где у них пока что столица. Ага, вот они. Через 5 ходов будут войны готовы. Москва растет. Это не может не радовать. Так, надо посмотреть, что у вас есть. Красители у вас есть. Блин, мы что с вами на острове, ребята? Если мы с вами на острове, то это ж капец будет какой. Ну, в принципе, с другой стороны, это будет более интересно, что мы здесь разовьемся и... Ну, с ресурсами будет проблема, конечно, но зато... Мы сможем с ними сразу же, можно сказать, начать воевать. Еще, наверное, никуда толком не переходя. Так, выберем. Что нам мы выберем? Мы выберем амбар, естественно. Вы стойте вот здесь, охраняйте их. Ты давай сюда. Нам надо обойти, посмотреть, как у них там дела обстоят. Я вот сейчас буквально молюсь, чтобы это был не остров. Потому что плавать, воевать, это такое себе. Не надо загораживать мне проход. Отойдите, пожалуйста. Спасибо. Нет. Надеюсь, это не остров все еще. Кто это у вас тут такой? Ты кто? Мужик. Ну, они поселились прям на утончении. Кстати, вот по тактике будет прям вообще шикарно, я считаю. Так, давай вот сюда.
Если мы вот здесь захватим, то есть мы обрубим все возможные ходы для наступательных, как бы, наступления других наций. И здесь мы можем с вами спокойно пока развиться. Это, я считаю, довольно-таки хорошо. Сейчас еще вот алмазики мы приберем к рукам. Да, тут это единственный проход. Но я не думаю, что они так быстро вырастут. Опа-на. Чудо природы. И варвары. Вы нашли врата ада. Настроение державы улучшилось. Это хорошо. Чем больше настроения, тем лучше. Ох ты, ё-моё, у вас там лучники. Понял, услышал, отстал. Вы будете мне помогать? Нет, тут у вас варвары рядом, как чё? Я-то могу вообще, в принципе, не шевелиться. Это, в принципе, вам надо, а не мне. Так, давай, лечись. Пойдем сюда тогда. Или вниз сходить. Давайте вниз, наверное, сходим сначала. Попробую, может быть, обойти. Тот, кто письменность. Уничтожает книгу. Отлично. Так, письменность мы открыли. Календарь. Плантация. Колесо. Стрельба из лука. Каменная кладка. Задача, конечно, задача. Обработка железа. Мечники. Давай каменную кладку. Мечники нам надо уходить. Лучники нас не сильно интересуют. О, господи. Видимо, надо возвращаться. Да, как ни крути, надо возвращаться. Пытаться искать, где-то здесь у них еще есть лагерь. Санкт-Петербург растет, это хорошо. Я бы даже сказал, что это очень хорошо. Микрофон так повыше сделаю, что-то неудобно он стоит. Требуется благовоние, а где я их найду? Благовоние есть только вот у этих чуваков. Нам надо к ним прокладывать торговый маршрут. До свидания. И вот здесь оттяпать нам надо коров себе, естественно. Так. Давай, иди вот сюда. Посмотрим, что там у нас. Деньги нам сейчас нужны очень сильно. Опа, привет. Вот это я вас не заметил. А вот и варвары. Эти перестали работать, да?
потому что рядом варвары. Но понятно. Отходим. Тут, значит, тоже где-то есть поселение. Можно принять общественный институт. К золоту и минус один к недовольству из каждых двух жителей в столице. Но у меня только три. Давай, прирост пищи. Пока они тут ничего не разграбили, мы должны их добить. Отлично. Вы здесь застроили, нет? Видимо, нет. Так, на пересеченный лечись. Лечись. А нет, построили. Да, построили, видимо, по всей видимости. Так, дорогу. Ну, дорогу мы отсюда будем-то строить. До Софии ближе, но благовоние, опять же. И тут нам надо много чего улучшить. Так что пойдем все-таки лучше вот сюда. А, все-таки не достроили. 5 ходов. Ну давай. Достраивай. Так, что у нас тут готово? А что, не показывают, что? А, вот готов амбар, понятно. Александрийская библиотека. 79 ходов. Караван. Прям даже не знаю. Наука плюс 3. Мы, наверное, не успеем. Но можно попробовать, в принципе, рискнуть. Давайте рискнем, попробуем библиотеку построить. Так, вы давайте вот сюда прогуляйтесь. Тут где-то, мне кажется, они сидят. И ушами шевелят. Так, 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 так. Добивай. Че, не добили? А, вот и они. Какие вы предсказуемые. Опа-на. Стоп. Это уже нечестно. Они сделали еще один отряд. И пошли в обход. Ну да, на поселенца уже нам будет практически хватать. Так, отлично, достроили. Давай вот сюда. Вы тоже лечитесь. А, вы не можете, да, лечиться сейчас? Почему вы не можете лечиться? То, что вы в окружении, что ли? Да, в окружении не могут лечиться, так могут. Все-таки я что-то да припоминаю из тех игр. Нужно изучить колесо, понятно. Пока мы ни черта не построим. Блин, но 6 ходов, да давай побежим. Терять нам нечего, нам надо. Кстати, а зачем нам бежать, ведь мы можем вырубить здесь лес.
и ускорить постройку библиотеки Александрийской. Давай. К Питеру они сейчас подойдут, он их постреляет, и будет все шикарно. Сейчас еще после этого хода мы получим здесь амбар. Да, все идет по плану. Вырубай либо лагерь продукции. Не, вырубай. Так, и тут что мы тут будем строить? Рабочие. Воины у нас двое. Давай рабочих. Потому что одни рабочие на два города — это как-то несерьезно. Продолжаем разговор. Ах, блин. Лечимся. Там у нас лечится. Они со горы будут нападать. Понятно, у них преимущество будет тогда. Это нехорошо. Неизвестная цивилизация основала в одном из своих городов новую религию. Православие. Молодцы. Рад за вас. Золото у нас плюс 2 идет. Тоже мало, но... ничего не поделаешь. Так, 900. Уже приближаемся к заветной цифре. Блин, хотел перешагнуть, не успел. Ладно, подлечитесь. Ну, давайте вот так тогда. Хотя бы. Теперь лечитесь. И потихонечку, помаленечку, так мы их сейчас добьем. Вы. Мы на первом месте, богатеи мира. Ну, это хорошо. Что мы самые богатые. Это очень и очень хорошо. Счастливы те, для... Каменную кладку мы с вами открыли. Металлоконструкция. Это у нас что будет? Лесопилка. Метхие лучники. Обработка железа. 71 ход. Давайте, обработка железа, обработка бронзы нам надо все равно будет проходить, изучать, да? Сейчас меня интересует 42 хода, вот за вырубку леса сколько я получу. Так, ты пока не теряйся, давай. Повышение, отлично. Тут у нас... А как посмотреть? Вот у них муштра. При боевой, при сражении на пересеченной местности. Давай на открытый. И давай вот так. Отлично. Прям шикарненько, я бы даже сказал. Так, тут у нас больше ничего нету, да? 37 ходов осталось. Колесо нам надо также, но пока не до колес. Давай сюда пойдем. Там 24 хода, еще довольно-таки много.
ты лечись. Сюда дошли, посмотрели, ничего нет, молодцы. Так, вот это уже плохо. Возвращаемся обратно. То, что они выстраиваются в эту сторону. Это прям, я бы даже сказал, печально. Ну, золото сейчас мы заберем, это факт, сразу же. И я не думаю, что на нас будут нападать. По крайней мере, они. Так, давай золото забирай. И ты сейчас заберешь этих. Нам все равно не хватит на новых поселенцев. Давай начнем. София подвергся нападению. Ну, я подойду попозже, подождите. Так, золото. До Софии тут далеко. Давай здесь пока вставай. Чтобы нам за тебя деньги не платить. Давай сюда лечись. Обработка бронза 13 ходов. Потом сколько нам еще будет надо ждать, чтобы у нас длинномечники появились? Вот это вопрос. И также будет ли у нас металл здесь где-нибудь? Кстати, третий город и поставим, если металла не будет. Так, 1075. Сколько стоит купить поселенц? 1160. Ну, уже, в принципе, недолго. Сейчас еще плюс вот этот доход золота. И, думаю, будет вообще все хорошо. Также вырубим лес, чтобы нам быстрее создать рабочих. И будем делать первую дорогу. Также лошадей заберем и потихонечку будем развиваться. Нам надо также еще и торговцев. Караван первый делать. Так, вы готовы, дети, да? Ну, пойдем сюда. Сколько вам тут еще? Строчить 11 ходов, блин. Ну, долго, долго. 11 ходов, и эти рабочие появятся у нас. А, вот он тебя нападал. Вот они-то мне и нужны. Они мне как раз помогут делать нового поселенца. О, давай, вот так их, правильно. Я сейчас подойду и заберу. Давай вот прямо отсюда. Вообще молодцы, ребята. Прям красавчики. Забирай. Все как нельзя лучше складывается. Поселенцы, пожалуйста. И теперь нам надо ждать 3 хода, чтобы у нас открылось железо на карте. Так, давай вылечись и прогуляемся тут еще.
Вы пока стойте. Еще один ход вам надо подождать. Тут 7 ходов. В двери вступил божественный Гектор. Отлично. Обнаружено железо где? А, оно у нас. Вообще превосходненько прям. Где-нибудь еще есть у нас тут железо? Вот это что? Это, видимо, тоже железо, да? Да. То есть у этих крендельков тоже будет железо? Или это камни? Нет, это все-таки железо. Да, железо. Железо, железо. Угу. Так, понятно. Что все идет не так гладко, как хотелось бы, но ничего с этим не поделаешь. Опа-на, лучники. Вы что, без подстраховки, что ли? Бессмертные? Вали, гадов! Сколько ходов? 3 хода. Двоих, падла. Зацепил. Отлично, минус лучники. Но это, видимо, они из этого города вырвались, да, получается? 10 ходов. Так, давай сюда. Сейчас строители появятся, пойдут сюда. Вы давайте вот сюда за железом. А, так, по поводу строительства. Мавзолей. Каждая обрабатываемая клетка с мрамором или камнем дает 2 к золоту. А у меня ни камней нету, ничего. Тут будет камень и все, да? Глупая затея. Наверное, воинов надо делать. Да, давайте воинов. 4. Ну да, да, воинов давайте сделаем. Хотя, стоп. Ну давай караван. Караваны же прокладывают дороги, по-моему, здесь уже. Или все-таки наши эти. Так, принять посольство. У тебя золото. А, это у нас. А у вас что есть? У вас ни черта нет, что ли? Ну, посольство давай примем, ладно. Мы пока будем дружелюбные. Так, вы достроили, да? Молодцы, красавчики, вообще прям. Так, а если я сделаю вот так, ход конем? 37 караван, 38 библиотека. Давай библиотеку, и мы вот вами вырубим лес. Это будет идеально, я считаю. Вырубай. Потому что сейчас нам надо в науку вложиться по полной. Золото сейчас будет, и обработка железа, чем быстрее, тем лучше.
чтобы у нас появилось, и у нас уже будут длинномечники, по-моему. И мы, соответственно, уже сможем потихонечку готовиться к шатанию Тамбукту и Гао. Кто это вообще, я забыл? Сангай. Нейтралитет. Так, эти пришли железо добывать, это хорошо. Вам еще сколько тут? 8 ходов, рубить лес. Так, по поводу основания города. Вот это что? Это мрамор. Камень, мрамор. Ну, давай сюда пойдем. Вы давайте с ними. Отдыхай. Давай, железо. Сколько? 20 ходов? Да, 20 ходов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами заканчивать будем вторую серию. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте поставить свой большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. И, конечно же, большой палец вниз, если нет. Если вы хотите попасть вот сюда вот и увековечить свое имя у нас на канале, потому что это уже не удалится из серии и постоянно будет находиться в правом верхнем углу, то делайте любые свои пожертвования для канала. Все деньги пойдут либо на игры, либо пишите в сообщениях, куда бы вы хотели, чтобы эти деньги были потрачены, и они будут потрачены именно так, как вы скажете. Что еще сказать? Не забывайте подписываться на группы ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Но так как Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук сейчас не особо активен, потому что группами никто не занимается, кто есть желающий пока что на безвозмездной основе заниматься группами, пишите в этих группах, либо лучше, естественно, в группе ВК. Там я сейчас один занимаюсь данной группой. Если также есть у кого-то желание помочь с группой ВК, то я буду очень вам благодарен. Пишите. Все с вами обсудим. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!